Творог с фруктово-ягодными наполнителями, питьевые йогурты, Бифи Лайф, Малышок Био для самых маленьких и не только. Та самая детская молочная кухня теперь в Сдобушке. К выбору поставщика подошли серьезно, долго тестировали, изучали ассортимент и, наконец, нашли те самые продукты. Да, в Сдобушке появилась детская молочная станция. Это молочная продукция из города Саранск. Сделана по тем самым советским рецептам. Различные йогуртки, творожки, прям как для самых-самых маленьких от 8 месяцев и для старшего поколения. В Сдобушке представлена и бакалея «Кубаночка». Производит ее на юге из самых спелых и сочных овощей. Это уже давно полюбившийся саровчанам продукт. Здесь всегда в наличии под заказ охлажденное фермерское мясо. Говядина, свинина и курица высшего качества от проверенных и добросовестных хозяйств. Теперь его можно будет хранить еще дольше. И, наконец-то, в Сдобушке появилось оборудование, которое позволяет продлевать срок хранения мяса. Поэтому вы можете у нас приобрести свинину, говядину, в ближайшем будущем и баранину, курочку из Набережных Челнов. Теперь в лоточках, в упаковочках. Теперь Сдобушка стала еще ближе к вам. Новый магазин открылся на улице Садовой, 70, второй корпус. В день открытия для посетителей приготовили немало сюрпризов. Провели дегустацию сладостей и бутербродов с салом. Юным гостям дарили воздушные шарики. Ну, а в остальном у нас все как всегда. Это замороженные продукции, полуфабрикаты, пельмени, котлетки, перчики, колбаса собственного производства, ветчина краковская, сало копченое, коптим сами, соленое, варено-копченое, различные маринады, теперь и в лоточках, если на шашлычок собрались, и также вакуумные упаковки, которые можно просто положить в духовку и готовить. Не пропустите, Сдобушка теперь на Садовой. Также посетить пекарню можно по адресу улица Чапаева, 26, здание Элеганта. А мясная Сдобушка ждет вас в торговом центре «Галактика». Приобрести продукцию также можно по телефону 8 800 101 96 96 или на сайте пекарни сдобушка-саров.рф. Подробный ассортимент магазина представлен в соцсетях магазина ВКонтакте и Инстаграм.